Все, дверь открыта. Газуем. Скулбой уходит. Пап, голиком не догонишь. Оу. Нет, нет, не трогай Соника, что ты делаешь? Сегодня головоломка становится детьми. Ребята, мы в детстве. И смотрим. Ты тоже хочешь? Там внутри поросенок без лапы. Нет. И он его ест. Соник стал слишком большим и сильным, чтобы продолжать скрываться от людей. Андрей, ты снова подглядывал за Викой в школе в раздевалке. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? Раз, два, три. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Новый секрет из Schoolboy Shin Sonic. Всем привет! Привет, друзья, мы навали Мишка Геймс. Смотрим историю Андрея и Вики. Она что, умерла? Он вспоминает, как они были вместе, обалдеть. Так это же портрет, самый секретный Schoolboy Runaway качок. Я нашел его на просторах интернета в 3 часа ночи. 3 часа ночи. В этом Schoolboy Андрей стал настоящим качком. Его друг Игорь тоже решил подкачаться. Просто грязный какой-то. Андрей решил перекрыть весь дом в тематику моря, а теперь Андрей живет прямо на пляже. Море? И она почему-то стала ходить голой по дому. Вообще полная жесть. Давайте приедем батю, посмотрим, как изменился. Вот что? Батя начал носить стринги. Отсюда точно нужно сбежать. Папа, нет. И, ребята, сбегаем. Погнали. Да. Пошла открывать. Все, дверь открыта. Газуем. Schoolboy уходит. Ага. Главный ворота. Беги. Папа, смотри футбол. Да, действительно, все море. Смотри, камушки. Мама. Не-не-не-не-не. Ворота закрываются. Сбегать надо. Мам, иди сюда. Оббегаем. И уходим. Yes. Вау, папа, ты че? Ты что? Ты что вышел на улицу? Папа, что ты? Пап, голиком не догонишь! Он качок, Игорь. Видели? Друзья, сегодня мои редкие фразы Schoolboy Runaway. Андрей, ты снова подглядывал за Викой в школе в раздевалке. Как тебе не стыдно? По получению первой очень секретной фразы нам нужно двигать тумбочку в коридоре туда-сюда. После чего упадет горшок и разобьется. Надо попробовать. Не мог упасть сам. Вторая секретная фраза достаточно интересная. Если звонить 20 раз звонок, то мама пойдет на разборки с вашими друзьями. 20 раз! Пошла разбираться! Сколько можно трезвонить дверь, сказали, никого нет? Там мы тут вообще-то гуляем и ничего не делаем. Если пойти в душ и помыться, а потом зайти в комнату и как-то привлечь внимание мамы, то она зайдет к вам в комнату и скажет вот это. Вот это прикол. А ты чего мокрый сидишь? Совсем идиот, что ли? Я не был. Так, 13 умножить на 5, 6. Лего! Андрей, ты делаешь уроки? Да. Я потом все проверю, понял меня? Да, да, делаем. Ты вот еще. Лучше в ТикТоке позалипаю. В ТикТоке позалипаю. Что с папа зайдет? Ага. Надо бы проверить, учит ли этот балбес уроки. Не проверяй. Он ТикТок смотрит. Попался? Стоп. Мне кажется, или... Галя! У нас сын сбежал! Как сбежал? Это что за Евгений? Ладно, пора спускаться. Разыскивается Евгений, спускается. Попался! Ой, Андрей, ну сколько раз мы тебе говорили? Ну что ты лезешь на этот чердак? Там что, медом помазано? А, чердак. Я просто нашел какую-то газету и... А ну молчать! Быстро подай маме тарелки на верхней полке. Еще огрызается, лучше бы помог. Я тебе сейчас как дам. Пылесос в зуб и быстро весь дом убирать. Почему мои родители такие злые? Я же ничего плохого не сделал. Эх, ладно, сейчас уберу весь дом. И тогда моя мамочка точно станет добрее. Гена, это ты? Пожалуйста, выпусти меня. Гена? Прошло уже 6 лет. Долго ты еще собираешься меня держать? Нет, это не Гена, это Андрей. Андрей? Слушай меня внимательно. Тебе надо бежать. Бежать? Вау. Что? Нет! Найди рыбака и передай ему. Все расскажу своим родителям. Андрюша, это не твои родители. Андрюшка! Сзади, мать! Он вспомнил этот голос? Да. Неофициальный трейлер Майнкрафт. Ребят, ставьте лайк этой серии. Спасибо за ваши пальцы вверх. Очень мне помогают. Или ты боишься? Не, ребят, мои родители запрещают ходить в ту сторону, так что я пас. Эх, а ведь Вика так хотела, чтобы ты пошел с нами. Ну, раз уж ты не хочешь, придется нам идти без тебя. Вика хотела. Все, друзья, мы уже весь день здесь зависаем. Пошли домой. Стой, блин. Сейчас же будет самое интересное. Да, ребята, вы че? Боже, крепота. Да не бойся ты, Андрюшенька. Мой дедушка сказал, что он на рыбалке. Ой, что-то придавило. Пойду. Маньяк ее дедушка? Что? Надо же внешность совсем обманчива. Внутри
внутри дом вообще не такой, как снаружи. Стоп. Что? О, кажется, Вика зашла в туалет после Игоря. Ребята, ну что, идем там? Дедушка был дома. Дедушка был дома? Вика заманила их себе. Обалдеть история. Ребят, поддержите лайком эту серию. Спасибо за ваши пальцы вверх. Очень-очень нам помогают. И спасибо каналам, которые делают такие анимации. Ссылки в описании. Ланчбокс. Написано со всеми возможными ошибками. Конечно. Ребята, это Соник до того, как он стал огромным. Но он уже какой-то, смотрите, не алё. Он достал из ланчбокса зайца и съел его. Фу. Это сейчас что-то будет очень смешно, мне кажется. Воу-воу-воу-воу, перепаяло. Это птичка. Кто знает, что это за персонажи, ребят? Кто разбирается в Сониках? Какой жук на колесиках. Ребят, он ему пятак разбил вообще. Показалось? Ты тоже хочешь? Там внутри поросенок без лапы. Нет. И он его ест. Зубы не поломал. А кто вставляет в жуки зверей? И вон их сколько, они все летают. Соник. Получается, это до того, как появилась игра. Как появилась игра Соник, типа. Несколько зон спустя. Ой, как зовут этого усатого мужчину? Он складывает животных. Точно. В жуков. И отправляет, чтобы их ловил и ел. Нет. Вон он пришел. Это ты тот самый, который... Это, короче, делает эти штуки и вставляет животных. Это тот, кто вставляет, короче, животных, да. И делает из них металлические игрушки. У тебя будет проблема. У тебя будет проблема, говорит Соник. Я даже не сомневаюсь. Ребята, мы сегодня попадаем с вами в мир Соника, Шин Соника, огромного крэйзи ежика. И будем узнавать историю, как это с ним случилось. Давайте смотреть, фу. Вау. Ужас. Понятно. А! Страх-то какой? Palm Tree Panic. Паника пальмы. Пока что. Это ежик прошел? Наверное. Это Соник или был? Или Наклз? Прошлое. Мы в прошлом? Вау. Или нам надо попасть в прошлое? Очень крутая история. Ребят, спасибо каналам, которые делают такие штуки. Ссылки в описании. Ган отчет 1262-3. GUN. Это какая-то, видимо, засекреченная корпорация. Yeah. Соник стал слишком большим и сильным, чтобы продолжать скрываться от людей. Стейл начал замечать, что происходит то же самое. Странные вещи, так же, как и с Соником. Это продолжалось не только на территории Соединенных Штатов. Соник размножается очень быстро. Не размножается, а растет очень быстро, так что начинает представлять для планеты опасность. Он обладает очень высокой скоростью, несмотря на свой огромный размер. Вау! Господи, Соник, с вертолета снимает? Соберись! Так это картинка. Нет? Во, он рванул, это ничего картинка. Себе! Это не картинка была. Он преодолел несколько сотен миль расстояния между Хилтопом и Саус-Стейт-Сквером за считанные секунды. Несмотря на свой большой размер, он создавал огромную взрывную волну на своем пути. И это его не интересовало. Он не трогал людей. Свою жизнь. А что у него сорта летела? Пример креста и изумруд. Камень. Да. Так он стал зеленый изумруд. Давайте читать дальше. Интересно, что будет. Такой маленький, столько зубов, челюстей внутри. После того, как он обрел этот изумруд, он исчез в мгновение ока. Former Associate Gun, Knuckles и Чинда. Проявили очень большой интерес к этому. Это корпорация, про которую мы с вами говорим. В это время все еще есть очень супер эмиральды, и мы не знаем... И где было очень много. Да. И Наклз решил войска... Наклз решил... Они хотят принести эти эмиральды с прошлого и использовать их на Сонике, вернуть эпоху этих эмиральдов. С доктором Айво, а после смерти доктора Айво... Мы поняли то, что это большая-большая проблема. Угу. И очень много людей пропало и умерло. Это даже мы не считаем людей, которые от просто взрывной волны испарились. Погибли. Испарились. Да. Пока Соник пытался передвинуться. Много тысяч людей погибло. Мы уже знали репорты, как Тейлз был тоже украден. Тоже похищал. Был украден. Да, его украли. Много часть United States, у них уже произошла какая-то
Да поможет, нам, да поможет нам Бог. Ребята, короче, Наклз отправляется в прошлое, в эпоху Эмеральдов. И мы сейчас, ребята, с вами, вот смотрите, прошлое. Он стоит на портале и отправляется, чтобы попасть в ту эпоху, когда этих изумрудов было много. И он сейчас попытается изменить будущее, чтобы не дать Сонику сказать... Ребята, история, жесть, у меня аж мурашки. Погнали, да, вот Ган Репорт. 1262 год. Да нет, это его номер. Вау, теперь немного посмеемся. Это то же самое, ребята, ну в веселой обработочке. Так, ланчбокс, там заяц, прекрасно, мы помним. Да, Эмонгус. Собираем все предметы. А, он ест улыбающихся тварей? Соник, пошли со мной, я тебя покормлю. Хуй, даже зубов нет, а когда ему челюсти вставят? Ой. Вау-вау-вау-вау! Мы за импостера! Он достал поросенка и схабал! Страх какой! Ты что делаешь? Я не тот, кого себя за кого себя выдавал! Нашего человечка съедают! Нет, не мы. Ага, следующий футаж. Да, это когда он появился? Ой. Дома? Ой. Мы пройдем сейчас по всем локациям этой истории от создателя этого шансоника. Это Тейлз. Это Тейлз спит. Так вот, как Тейлз был похищен из предыдущей, ребята, истории. Он не был похищен, он был просто убит. Да. Следующий. Плач. Плач Соника, который не нашел Эмеральды. Hello, can you hear me? Are you guys there? Плач леса. А, там много Тейлзов? И все. Короче, охота на лисичек. Май гад, кто это? Ну кто? Извините. Годзилла. Похоже на Годзиллу, Лера права. Но это на самом деле шансоник, который подрос. Да, простите. Так. О, это Наклз. Это Наклз, который отправляется. Тейлз, это ты? Ой, их там много, они все боятся. Соник сзади! Попробуй убежать. Хорошо! Погнали! Наклз, беги! Спасайся! Ребята, это прям как в игре. Ставьте лайк, если еще не поставили. Обязательно до конца досмотрите. Сегодня еще будет скулбой. Самые лучшие секреты. Ого. Догнал? Почему ты это делаешь? Давай я тебе покажу. Ты мне не покажешь, я же тебе сам. И хаос. Секретная кассета Соника. С вертолета. Как он быстро разгоняет скорость, даже несмотря на свой большой размер. И мы с вами отправляемся в секретные архивы. Наклз. Мы спасаем Наклза. Вау. Мы такие вообще хакеры. Взломщики. И? Мы телепортируемся в настоящее. Это тот сквер, да, город, State Square, когда он нашел этот кристалл, съедает его и больше не плачет. Вау-вау-вау! Нет, нет, не трогай Соника, что ты делаешь? Это очень смешно. Покажи зубы. Вау! Не заглядывайте в Соника. Он внутри. Зачем ты меня разбил? Пора собираться. Так, собери тряпка. Он ему скрывает живот. Ты с Котлером рот? Это что за хоррор? Ау! Как больно! Вау! Эмонгус доигрался! Шинсоник его так не обзили! Ребята, какие у него грабли огромные! Опача, это пустота? Ты не страшный! Кто так делал с фонариком, ребята, такие страшилки? И он прям приземляется ему в пасть! Ой-ой-ой-ой! На Марс! Ракета, Сатурн! Ребята! Посмотрите, да. С турбоускорителем. Соник, ты устал? Налетался? Эмонгус победил. Flow with victory. Вау. Чистая победа. Ура. Сегодня головоломка становится детьми. Ребята, мы в детстве. И смотрим, как бы выглядели персонажи, когда они были маленькими. Это радость. Это кто? Это зависть. Такая милая девочка. Да, ну, ребят, головоломку детками мы еще с вами не смотрели. Ставьте лайк. Грусть. Такая малышка, а уже в очках. Но она какая-то не грустная. Вроде нормальная. Грустная, она очень грустная. А, очень грустная. Тревога. О май гад. Клево. У кого есть младший братик или сестричка, да, напишите в комментариях, как зовут. Вау! Злость. Это гнев, посмотрите. Он как, очень злой. Как похож. Такой маленький, прям... уже такой злой, а уже такой гнев. Ух ты. Она вообще не брезгливая какая-то. Да, не брезгливая. Такая... Не хватает брокколи в зубах вот этот. Да. Страх. Омайгад! Я домашку не сделал! Стоп, я сейчас в школу не хожу! Блин, простите. Стыд!
О, да. Слушай, это чемпион по поеданию манной каши. Наверное. И, это, манная каша с комочками и какао с пенкой. Ну да. Наша депрессия. Скука-то. Хандра. Скука. Совсем хандра. Ой. Бабушка вернулась в детство. С таким же чайком и шарфиком. Да. Шарфик больше девочки. Ого. Прям на льду. Смотрите. Да. На замерзшем озере. Она уже в хоккейной форме. А почему без шлема? Ларс. Ну да, конечно. Сзади меч такой у него в ножках. Куда без Ларса? Такой? Конечно, да. Это Пёся. Ой! У него вместо сумочки банана рюкзачок за плечом. Прикольно. Очень понравилось. Так, эволюция Соника. Соник, с тобой все в порядке? Что с тобой? Меня немножко тошнит. Тейлз. 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 Я ел там Тейлз. The Chaos Emeralds. Run, Тейлз. Тебе нужно бежать. Ты не успел. Он его съел. Он не хотел этого, но сделал. Пукнул и пошел дальше. Это фу. Ты такой быстрый. What have I done? Что я сделал? Что я сделал? Что я сделал? Я съел Тейлса. Это после того, как он съел Эмеральд? Наклз. Я съел его. What? Чего? Я съел Тейлса. Наклз, я съел Тейлса. Всего. Ты что, дебил? Я не могу контролировать свое тело. Я просто иду. Наклз, убегай, я иду к тебе. Наклз, 2024. О, прикольные трюки. А, он, короче, создает жучков, чтобы Соник их кушал. А что даже не открываешь? Нет, не трогай зависть, пожалуйста. Она еще маленькая. Не ешь. О май гад, ты такой красивый Соник. Мы только что про них смотрели историю. Цветочек. Хороший, хороший. Гладит маленького другого какого-то там жучка лимонгазика. Яу. Достал свинюшку. Слопал. Вырос. Вырос. И слопал. И съедает его. Молодец. Прелесть. А мы что? Посмотрите, какая криповая атмосфера вообще, как все создано. Это мега-догонялки. Очень быстрые. Вообще. Это... Ребята, сейчас Скулбой будет, оставайтесь с нами. Это называется «Улитка догоняет жука». Ну так, Наклз-то побыстрее будет Соника ползучего. 88-й год. Это когда он стал огромным. Это да... что, он добрался до всех демократий? Да, луна! К нему вертолет в рот летит, какая луна, посмотри. Он его что, засасывает? Это Соник-пылесос? Вертолет подумал и решил все-таки залететь. Вы представляете? Он съел в городе всех людей. Всех амонгусов. И воет на луну. Ау. Это очень крипово, ребята. Привет, ребята. Я снова притворился квадробером. Сегодня мы посмотрим на реакцию Вики и Игоря. Ну а вы поставьте лайк и подпишитесь, или станете квадробером. Игорь, Вика, смотрите на мой новый прикид. Я стал котом. Вика, дай мне молочка. Андрей, ты что, дурак? Какое еще молоко? У тебя еще твое на губах не обсохло. Сними этот наряд. С такими приколами Вика скоро будет моей. Ты ее никогда не добьешься, блохастый кот. А кто? Андрей, выходи. Чего расшумелись? Он сегодня не выйдет. Ребята, что вы хотели? Пойдем сегодня с нами ночью гулять. Мы хотим забраться к рыбаку домой и узнать, что он скрывает. Я в деле. До ночи. Ну-ка, ребята, что же скрывает? Где же этот Андрей? Сколько его можно ждать? Ребята, я тут, пошли. Слушай, Андрей, что-то мне сыкотно идти первому. Давай ты. Да, ты же новенький. Это будет твоим посвящением. Блин, зачем я на это согласился? Посвящение. Как же тут страшно. Нужно поскорее выбираться. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто открыл калитку? Он внезапно вернулся. 29 ноября этого года. Андрей, подойди сюда. Что такое, мам? У меня есть для тебя задание. Окей. Подойди к папе, он тебе все расскажет. Как же я не хочу заниматься их делами. Слушай меня внимательно. Ой, вот там. Тебе деньги. Сходи к рыбаку и купи рыбки. 5 кг. И желательно, чтобы икра в нем была. О, нет. Покупать рыбу. Я тебе что сказал? Вроде бы рыбак живет здесь. Ай! О, боже мой, где я нахожусь? Я помню только, как я шел к рыбаку и... Так, больше ничего. Нужно поскорее отсюда выбираться. И он возвращается. Скоро. Ужас.
Сколько? Обалдеть. Ребята, поддержите лайком эту серию. Смотрите все видео на всех наших каналах. Валеришка Максим, Play Games and Family. И на наших новых каналах Валерий Кэт, Влад и Лера. Влад и Лера играют. Лина, Сима, Валеришка, Супер Макс. В описании под роликом вы найдете все ссылки. Мы с очень любим. Стараемся только для вас. У нас самый лучший.